Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в режиме ВКС принял участие в еженедельном заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в России под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. На повестке заседания штаба два вопроса – реализация нацпроектов и ход работ по дорожному строительству. В текущем году в рамках реализации национальных и федеральных проектов в Карачаево-Черкесии ведутся мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 148 объектов. В рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в республике в 2024 году запланированы мероприятия на 28 объектах, в том числе по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог на 25 объектах протяженностью и капремонта трех искусственных дорожных сооружений. Работа по данным объектам ведется в плановом порядке. Марат Шакирзянович поручил держать на контроле сроки и качество запланированных мероприятий и не снижать прошлогодних темпов, когда все запланированные цели были достигнуты.